Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду делать оладьи. Оладьи – это очень-очень древнее блюдо. Оно еще связано с язычеством, с русичами. И делалось оно раньше только из муки и масла. Но сейчас уже, конечно, усовершенствовалось. И делают оладьи кто на что богат. Кто с луком, кто с рыбой даже, кто с тыквой, с яблоками, с картофелем. У кого что есть. Мы в этом году богаты на тыкву. Вот с тыквой мы и будем делать. Ну, еще можно... У нас еще есть здесь орешки. Возьмем и орешек немножко. И чесночка. Ой, где мой чесночок? Вот. И чесночок. Вот возьмем чесночка. И выберем тыкву нашу. Мускатную. Мускатную. Лучше всего на оладьи вот мускатная тыква. У нас она вот здесь лопнула. Вот ее мы в первую очередь и используем. Мы отрезали от нашей тыквы кусочек. Это мы сделаем другие блюда. Кстати, если вам интересно, как мы запекали тыкву с яблоками, будет ссылочка под видео в описании. Можете посмотреть. Вкуснятина, десерт очень вкусный. Это еще год назад мы делали. Этот хвостик, который мы отрезали, кусочек тыквы, мы его очищаем. Естественно, мы помыли тыкву сначала. Очищаем ее от кожицы. Кожица, конечно, твердая, но ничего. Мы ее кушать не будем. Да, вот где повреждения, также очищаем. Я взяла тыквы, взвесила 1 килограмм 200 грамм. И если я ее очищу, то в чистом виде будет килограмм тыквы. Тыкву нашу мы натрем на терочку. Я помыла зеленый лук, я его порежу, измельчу. Орешки я немножко обжарю на сковородке и еще почищу чесночок. Итак, натираем нашу тыкву. Ну вот мы тыкву килограмм натерли, один пучок мы нарезали зелени, лук и немножко петрушки. Сейчас я почищу и вот в этой ступке измельчу чесночок. Ну, можешь пока выключить. Пока. Взбиваем мы 3 яйца. Не обязательно их взбивать в пышную пену, просто перемешать желток с белком. Добавляем в килограмм тыквы. Затем, сейчас я эту соду пока уберу. Затем высыпаем зеленый лук, который мы нарезали. Ну, уже можно и соду. Соду немножко гашу лимоном. Теперь я обжарила немножко на сковородке наши орешки. Их немножко измельчаю. И тоже отправляю туда. Хорошо это все перемешиваем. Теперь нашу массу добавляем 1 стакан или кефира, или кислого молока простокваши. У меня здесь жидкие сливки, так как не успело мое молочко прокиснуть, я взяла сверху жидкие сливки, подкислила, чтобы сода погасилась лимончиком. Перемешиваю, солю, беру сначала вот так вот, где-то чайная ложка, а потом, может, чуть-чуть больше, буду пробовать. Затем перчу черным молотым перцем. Соль и перец добавляйте по вкусу, к
какой вам нравится. И мы измельчили наш чесночок. Можно через чеснокодавку выдавить. У меня крупная чеснокодавка, поэтому я измельчила в ступке. Измельчаем наш чесночок. Выкладываем сюда же. Ну, вот, собственно, и все. Возьму теперь ложку. Хорошо все вымешаю. И буду добавлять муки. Муки точное количество я вам не скажу, где-то приблизительно, потому что... А еще сюда 2 столовые ложки растительного масла. Я взяла здесь муки 400 грамм, затем я взвешу, сколько останется. Но зависит количество муки от сочности вашей тыквы. Я беру сначала 1, 2, 3, 4, 5, пока 6 ложек, перемешаю. И потом дальше, можешь пока выключить, пока я перемешаю. Друзья, добавила я сначала 6 ложек, потом 4 и смотрю, что еще 2 ложки, и получится где-то примерно 12 ложек. Я хорошенько перемешаю и оставлю наше тесто, чтобы оно выстоялось минут 10. Оно, сода немножко отстоится с тестом, соединится, и затем приступим к жарке. Вот наше тесто отстоялось минут 10. Я включила сковородку, чтобы она разогревалась, и ложкой отправляем наши оладьи, чтобы они жарились. Пока выключу. Обжарили мы оладьи с одной стороны до золотистой корочки. Переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Ни одной рукой немножко неудобно. Муж отлучился. Вот таким вот образом перевернули, накрываем крышкой и обжариваем с другой стороны. Так, ну, проверим, что у нас за малание по ее оладьям. Как там в России говорили? Какая малание, такие оладьи, чи какие оладьи, такая малание? Я-то знаю, что малание у меня хорошее. Не Маланья, а Лариса. А то и Заура была. И Маланья. Ты орешки ставила? А, ну я же видел даже, да. Чувствуются орешки? Орешки чувствуются. А тыквы вкуса вообще нету. Чуть-чуть лук чувствуется. Даже неохота и сметану добавлять. Но они мне еще нравятся, они когда остынут, они еще вкуснее становятся. Вот в тыкве такое свойство. Вкусные, нежные. Если кто-то делал оладьи из соусных кабачков, это что-то похожее, такое нежненькое, вкусное тесто получается. Ты мне уже должна платить за профессионального дегустатора, знаешь? Все, хорошо. Ну что? Ну все, друзья. Классно. Так что, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Ссылочка там внизу. Забыл опять. Как мы там, короче, передавали? Под видео в описании ссылочка, как мы делали тыкву, запекали с яблочками. Так что можете... Ну все, друзья. Жарьте и ешьте. Приятного аппетита. Да. Оладьи русские, оладки украинские. До свидания. И белорусские. Да, до свидания. Пока. Ну, вкусно. Не успеть, наверное.